Подяка за минулые перемоги и стимул для новых. Сегодня в Гомеле ушановили спортсменов региона за удалые выступления на международных спаборництвах и их тренеров. Премии отримали 85 человек. А кроме того, присужено 149 стипендий облвыконкама для перспективных атлетов. С подробностями наши корреспонденты. У списі отримальників премії облвиконкам амаль два десятки представників гомельської ЗДУШАР номер 4. Це тренери і спортсмени. Нагода для такої масовості – поспіхи гомельських спортивних акробатів на міжнародній арені у 2019-му. Головний з яких – золото і бронза Артура Білякова у пари з брешанкою Ольгою Мельник на других європейських гульнях. У чемпіонаті Європи з 10 медалей у зборної Білорусі – 5 на рахунку гомельчан. У 2020-му вихованці ЗДУШАР номер 4 будуть штурмувати п'єдестал чемпіонату світу, який у маї відбудеться у Швейцарії. Переємність покоління – одна зі складаючих поспіху гомельської школи. На сьогоднішній день національна команда Білорусі, вона состоїть практично із спортсменів нашої дитячої спортивної школи. І тренери, які працюють з цими спортсменами, це учніки і воспитанники цієї ж школи, а також тренери, які працюють вже більше 30 років. В этой школе. Титул чемпионки света и переможца других европейских гульнях. Для канаистки Алены Ноздровой 2019 год склался вельми удало. На Олимпийский 2020 обещая быть еще больше напруженным и отказным. На гульнях у Токио дебютует женочая каноя. Алена Ноздрова отправится в Японию далеко не у якости статиста. Год будет ответственный, год будет тяжелый. Как бы мы уже в том году на европейских играх немножечко такую проверку большую проходили. Хорошо, что все прошло удачно. Я думаю, с таким же настроем, с таким же энтузиазмом мы будем готовиться и в этом году. Ощущение, то, что Олимпиада уже в этом году не присутствует пока что, может, это и хорошо. Все-таки на психологическом уровне достаточно тяжело себя перебороть, не перемандражировать. То есть я думаю, вся наша команда в полном боевом составе будет готовиться целенаправленно. Я думаю, мы покажем хороший результат, достойный, то есть, чтобы болельщики за нас порадовались. 85 премий, 149 стипендий облвиконкама. У минулые годы было значно меньше. Справа не только у тем, что змены у нормативной базе позволяют зараз отзначать большую колькость спортсменов и тренеров. Стало и больше подстав для таких захвочиваний. Гомельская область на протягу опошних годов упевнена, утримливая другий родок у региональным медальным залику, соступаючи только столицы. Олимпийский 2020 обещает быть не меньше поспяховым. Мы уверены, что в этом году мы получим достойный результат на Олимпийских играх в Токио. Да, на сегодняшний день у нас 11 лицензий уже есть. Мы ожидаем еще, будут ряд лицензионных турниров и по ряду видов спорта. Максим Савин, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».